Есть что? В смысле? Ну, новости есть хорошие? Мир накануне грандиознейших событий. Шухер! Я вам уже как-то намекал год-полгода назад. Вы понимаете, на что я намекаю? Повторял. Ты опять свою шарманку повторяешь? Что мы сегодня в такой сложной ситуации. Вы о чем? Что-то подобно тому, что мы идем по тонкому льду. Что вы имеете в виду? Неосторожный шаг. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. И мы можем утонуть. Да нет, такие не тонут. Опрокинуть государство. Да ты что ж, сукин сын, самозванец, государственное стратегическое положение портишь? Поэтому этот год будет очень сложным. Год неурожайный был, что ли? По всем своим событиям очень шумным должен быть. И шумный такой, как наши белорусские трактора. Но мы должны сделать все, чтобы он был тихим и спокойным. По сути так, але по факту не совсем. Факты свидетельствуют о том, что в мире неспокойно то ли еще будет. То есть что будет. Никто из сильных мира сего, особенно американцы, не хотят этой многополярности. Они ж хотят, чтобы мы внутри прогнили. Продвигают, да, ненависть к родине. Хотят, чтобы мы тут все скурвились. Да мы и сами неплохо справляемся. Они хотят рулить во всем мире, как это было после распада Советского Союза. Поясни мне, шо це вусати тут роби? Украина, Ближний Восток, сегодня уже... Сегодня намаж, завтра на пляж. Граница Атлантического и Индийского океана, хуситы и прочее. Не орите матов в моей альма-матер. Идут показательные бомбардировки ради только того, что предстоящие выборы. Где? В Америке. Надо показать свой героизм. Какой я крутой. Я и представить не мог, что он такой пугливый. Боюсь, что эта дуга продолжится через Индийский океан до Тайваня. Да не бойся ножа, бойся вилки. Один удар, четыре дырки. Может вспыхнуть вся планета. Этого допустить нельзя. У него слишком много мозгов. Ему надо подорожник приложить. Может, рассосется? Подумайте над тем, что я сказал. Но почему нельзя хотя бы иногда сначала подумать, а потом сказать? Но наша задача одна. Мир и покой в нашем государстве. Ну что, Сань? Жим-жим. Еще 25-й раз повторю. А я не повторяю сказанного дважды. Роман Александрович, будет экономика, будет мир, будет и покой. Первый раз вижу, что покойника готовили к такой активной загробной жизни. Естественно, от вас, от правительства, да и от всех нас, это во многом зависит. Наша судьба зависит от наших нравов. То, что мы должны сделать, и то, что мы сделали, естественно, за всем этим стоит личный вклад каждого из присутствующих. Прежде всего. За все ответит, сука. Потому что здесь не просто элита, здесь верхушка нашего государства, все руководство. Смотри, у них сколько там народу. Как на похоронах у Андрея Томича. А, так тут целая банда в сборе. Коалиция у них.